Летний театр в Горсаду – одна из самых скандальных площадок города. С марта месяца здесь были митинги, выяснения отношений и даже драки. С апреля начались ремонтные работы. За месяц установили сцену, маленькую зеленую зону и еще несколько локаций, которые откроются для одесситов и для гостей города уже 1 июня. Со дня открытия в летнем театре запланированы массовые мероприятия, поэтому пока отремонтированную площадку не заполонили посетители, мы решили посмотреть, в какой она готовности. Первое впечатление – много пыли и много рабочих. Второе – есть лавочки, чтобы отдохнуть в тени, туалет чистый, сцена большая. Здесь заехала сцена, приведена в порядок художественная галерея, приведена в порядок территория. Ну, приведен в порядок туалет, который тоже был забит. После открытия в летнем начнут появляться фудкорты, организовываться концерты, а галерея заполнится работами. Раньше это сделать было нельзя, учитывая то, что площадка до сих пор еще не была приведена в полный порядок. После 1 июня пойдут внутренние работы, будет делаться зона фудкорта, будет сделать ремонт в галерее. Это уже будут внутренние работы. Оно не будет мешать общественной зоне. Нам важно 1 июня открыть общественную зону, чтобы одесситы могли здесь гулять и проводить время. Также в ближайшем будущем в летнем театре запланирована установка крыши, чтобы площадка смогла функционировать в плохую погоду. Для этого нужно будет получать специальные разрешения. Крыша – это капитальное строительство. Под крышу надо получать отдельное разрешение. Мы разделили проект на две части специально, чтобы показать всем, что вот мы говорим о театре. Мы это закончим и начнем делать документы, получать разрешения, дозволы и тому подобное на то, чтобы здесь построить крышу. Очередным поводом для скандала между общественниками и Шпинаревым стало предписание Минкульта, которое было выдано в середине мая. В документе значилось, что строительные работы выполнять категорически запрещено. Однако, по словам директора театра, для проделанной работы разрешение от Минкульта не требовалось. Те работы, которые нуждаются в дозволе Минкульта, мы и не ведем. Крыша, капитальное строительство. То есть мы ничего не делаем того, что для чего необходим дозвол Минкульта. Придется ли по душе новая площадка одесситам и поменяют ли свое мнение активисты? Команда репортера будет следить за ситуацией в уже отремонтированном летнем театре. Александра Явник, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер».